Алексей, как вы себя чувствуете за год до старта Рио-де-Жанейро? В боевой готовности. Спортсмен к заезду готов. Как этот сезон проходит перед Олимпийским? Очень тяжелый был сезон. После, можно сказать, триумфального 2014 года двух золотых медалей. Было очень тяжело, видимо, очень много сил на самом деле отдал. И было достаточно много травм. Болячек повылезало, тех, о которых даже не знал. Поэтому весь сезон был на излом, и задачу выполнил в последнем, можно сказать, старте сезона, вот месяц назад на чемпионате мира на шоссе в групповой гонке удалось финишнуть вторым. Как вообще складывают остальные там? Вы же и на треке выступать будете, да? Да, да. И вообще в целом как-то команда в этом сезоне показала свои самые лучшие результаты. Вся паралимпийская. И на треке все ребята, можно сказать, кроме меня, остались на тех же позициях, которые они заняли год назад. Мне просто чемпионат мира не удалось подвестись в оптимальной форме. А на шоссе все тоже улучшили. Это моя самое высокое место на чемпионате мира на шоссе. И также в этом году именно на шоссе у нас еще прибавилось два чемпиона мира. Это девочка Светлана Машкович и Арслан Гельмединов. Что касается Рио, уже успели посмотреть профиль трассы или пока еще не показывали ее? Таковой профиль трассы еще не объявлен, не опубликован. Известно только примерное место, где это будет происходить. Это пляж Папа-Пата-Катабана. То есть, как нам говорят, что мы частично будем на шоссе брать куски трассы, те, по которым будут проводиться именно Олимпийские игры, где будут здоровы ребята кататься. Где-то вот в этом же месте. Ну и, соответственно, трек будет тот же самый. Когда начнется непосредственная подготовка к играм в Рио? В принципе, она уже идет. Она у меня, во-первых, отбор начался уже год назад. Первые квалификационные соревнования, это чемпионат мира и Кубки мира, уже прошли в том сезоне. А сама подготовка у меня как раз вот началась вот уже вчера, потому что времени уже нет, можно сказать, Олимпиада уже завтра. Сколько удается, приходится, точнее говоря, проезжать в день для того, чтобы поддерживать боевую форму? Если брать восстановительный период после соревнований, да, когда не пиковые нагрузки, средняя тренировка там от 70 до 100 километров, если это брать шоссе, то это где-то 2,5-3 часа. Это восстановительный, такой поддерживающий как раз график тренировок. А пиковые нагрузки, если брать по шоссе, вот в Италии у нас пиковая тренировка была, мы проехали где-то по времени 6,5 часов. Это был в районе Ливиния, в горах там. Мы набрали 3000 градиентов за эти 6 часов. Это вот была как бы пиковая нагрузка. Там у нас где-то средняя тренировка была от 3 до 4 часов, когда вот шоссейный сезон, пиковые нагрузочные периоды. Километраж какой? 200 километров, что ли? Нет, у нас 160 был. 160, там просто 3000 градиентов, и для паралимпийца это достаточно серьезные, внушительные показатели. А вообще скорости сопоставимы в паралимпийском и профессиональном велоспорте? Нет. Они, смотря какой класс брать. Если, допустим, третий класс, то, конечно, скорости не сопоставимы. А там, где у нас гоняются ребята с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата, там очень сильные спортсмены, которые дадут фору, я думаю, достаточно многим спортсменам очень высокого уровня. Там очень серьезная конкуренция и очень сильные гонщики. Многие из них приходят из здорового велоспорта. То есть даже у меня, например, в классе есть итальянец, который
выступая достаточно хорошем уровне в Италии по андерам, получив травму небольшую, впоследствии перешел в паралимпийский спорт. Собственно, соответственно, уровень подготовки базовый у него уже более чем серьезный. У вас же сын, да, Алексей? Нет, дочка. Дочка? 9 лет. Посадили уже? Да, в том году научились на велосипеде ездить, в этом году плавать научились. Ну, спасибо, удачи вам и успехов, и чтобы дочь тоже осталась по кино. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Снимаем. Ну, все, пал Алексей. Соль минерала. Попить. А шоколадочки, плиточки? Конечно. Без этого это надо как бы давать удовольствие в этом плане. Тем более, когда прочность, грубо говоря, уходит. И как бы планку перегнули, и у